Очередные победы королев ледяного плавания из Иваново. Мария Людвова и Татьяна Гавриленкова вернулись с третьего этапа Кубка России и второго этапа Кубка мира, которые проходили в Тюмени. Туда съехались пловцы из Швеции, Латвии, Германии, Финляндии и других стран. Всего 370 человек. Нашим спортсменкам удалось удачно выступить. У Татьяны 6 наград. 3 золотые и 3 серебряные медали. У Марии 3 золота. Все дистанции мы отплавали с достаточно хорошими результатами. Были у нас установлены рекорды России. Вот. Плавали мы эстафеты две. Тоже очень хорошо все проплыли. Так что все прошло на ура. Рекорд, что касается меня, установлен на 25 метров брасом. Сложно. Для меня было сложно, потому что это очень короткая дистанция. И нету времени особо разогнаться. Тут надо прям четко стартануть, четко проплыть и постараться достаточно быстро финишировать. Погода в Тюмени, на удивление, была такая же, как в нашем городе. Тепло и ветрено. А это, рассказывают спортсменки, плохие условия для рекордов. В воде при сильном минусе гораздо комфортнее. Но выступать и тренироваться все равно приходится. Татьяна Гавриленкова установила новый рекорд России на двух дистанциях – 200 и 400 метров. Сейчас она усиленно готовится к чемпионату, который пройдет в Германии в первых числах января. Тренируется каждый день в бассейне и на открытом водоеме. Холодовые тренировки наши проходят не очень хорошо, потому что у нас нет оборудованного места для проведения холодовых тренировок. Мы об этом говорим из года в год, но ничего у нас не меняется. Пока не замерзла река, мы приезжаем просто к реке, заходим туда и плаваем в этой реке. Так как нет, соответственно, теплого помещения и ничего, нам очень холодно потом, очень неприятно, и все это плохо. Когда замерзает река, мы посещаем здесь купель, потому что купель у нас не замерзает, ее поддерживают. Здесь, соответственно, плавать негде, просто погружаемся в холодную воду и какое-то время в ней находимся. Татьяна ставит задачу хорошо показать себя и на длинных дистанциях до 1000 метров. Это ее новая вершина для покорения. Сезон для ледяных королев в самом разгаре. Впереди также чемпионат в Словении. Есть несколько заплывов и в нашем регионе. Календарь на февраль, например, уже расписан. Ивановские зрители смогут посмотреть на плавание в холодной воде на состязаниях «Морозко». Традиционно они проходят в Фурманове. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.